И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Атаковать собираются русскоязычные чаты, блоги и форумы. Замысел таков. Агенты заходят на сайт, вступают в дискуссию. Если заметят что-то несоответствующее точке зрения правительства США, будут исправлять ошибки и давать ссылки на правильные документы. Это цитата Джеймса Гласмана. Впрочем, что значит правильные документы, да и вообще, как будут проходить подобные беседы, он не пояснил. Начали публиковать документы двухлетней давности о хищениях в некоторых нефтяных компаниях. Теперь во всем будет виноват Путин. Вот что бы ни случилось, все будет выстраиваться в такую логическую цепочку, что в итоге виноват лично Владимир Владимирович Путин. Воюю с Владимиром Владимировичем Путином, предполагаемый. А да. Кто воюет с Владимиром? Человек, который начал войну с Путиным очень давно. Посол США Джон Байерли информирует Госдепартамент о встрече того же Макфола с лидерами правой оппозиции Борисом Немцовым, Владимиром Миловым, Владимиром Рыжковым, а также представителем партии «Правое дело» Георгием Бофтом. О чем же шла речь на этой встрече? Обсуждались условия, при которых можно добиться ухода Владимира Путина. Оппозиция российских правых, посол США написал, они согласились, что целью политической оппозиции в течение ближайших двух лет должна стать работа по предотвращению возвращения Путина на пост президента. Что здесь скажешь? Это стиль наших правых – оперировать к США в надежде, что всемогущая Америка поможет им либо сохранить власть, либо прийти к власти. Как показало еще ельцинское время, когда они были у власти, постоянно и охотно опирались на внешние силы, чтобы подчинить свою страну чуждым ей моделям и чуждым ей интересам. Граждане России, однако, это быстро поняли и отказали им в поддержке. Позиция в России не столько российская, сколько американская. И этим, в общем-то, все сказано.